Доброе утро, девки. Ребят, доброе утро. Дождь всю ночь. Всю ночь и сейчас. И коты орут. Кошки, коты. Я включила камеру. А что только включила, а это запись не включила. Вообще не спала. И ветер сильный. Ну, как осень. И ветер сильный, видите, как осень. Пузыри. А это я. Спать хочу, ребят. Всю ночь почти не спала. Ну, крупный шифр делала. Не сделалось у меня. Что-то я сделала. Лазила. Ничего не помогло. Коты начали орать. 6 часов. Сейчас включила камеру снять-то, как они орали-то. А это... Запись-то не включила. Стою, снимаю, а запись-то не работает. Это такая ночнушка у меня. У нас ливень. Я кофе себе сделала. Вообще не спала. Подремала чуть-чуть. Не знаю, во сколько. В 3 легла. И встала в 6. И еще кошки орали здесь. Сейчас они замолчали. Он на работу ушел. Мы вообще орали. У меня же окна открыты. Сейчас я натощак это съем. Чеснок. Натощак надо чеснок съесть. Одну головку я вот почистила. Ой, головку мужскую. Головку, зубчик один. Головку. У меня все головка мужская. Ребят, воды нету дома. Отключили. Слышите? Сейчас буду лежать спать. Ребят, я так и не сделала. Это что-то где-то... В камере, а я не умею это делать. Бестолковая я. Спать хочу. Кофе крепко сделал. Воды нету. А люди без зонтов идут. Я не понял. Вот идет мужик без зонта. И там баба, капюшон одет.
ребят, это у меня не от чая, у меня почки. Я вчера на лавочке обратно сидела с Надькой, но долго не сидели. В 11 ушли мы. И у меня сзади болело, как типа спина, но это не спина, это почки. Какое-то обострение. Угу. Обострение. Я не там, не так сделала. Сейчас я проверю. Мне на планшете камера и здесь. Сейчас я проверю. Я на электронную почту им написала. У меня такая проблема. А сейчас сижу и сообразила. У меня эта камера есть и на планшете. Я ей не пользуюсь. Сейчас я проверю. Сейчас мне Серега пишет с этого Новосибирска. Говорит, может, в самой камере что-то где-то ты залезла, тыркнула. Сейчас я и здесь, и там камеру все проверю. Может, правда, что-то я сделала. Ладно, ребят, сейчас посижу и спать полежу. Все равно ливень. Три татушки. Мне не жирно, ребят. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Ой, все, уже осень, ребят. Свинья конченая. Осень. Ты моя красавица, Ольга Валерьевна. Не нервничай. Все будет хорошо. Это пижама. Не пижама, а это ночнушка. Типа. Но я ж не буду ей ходить в футболке. В этой футболке. Ой, девки. Ладно, давайте, муси-пуси. До вечера.